В рамках празднования Дня эстонского языка и литературы в 29-й школе провели открытый урок. Ребята узнали интересные факты из истории языка, рассмотрели разные этапы его развития. Мероприятие посетили представители партии «Единая Россия», подарили портрет Костахи Тагурова и книги. Напомним, День эстонского языка и литературы приурочен к выходу в свет 15 мая 1899 года книги «Ирон Фандыр» Костахи Тагурова и отмечается в Северной и Южной Осетии с 2003 года. Годные акции, проводимые во всех школах нашей республики, направлены на поддержание эстонского языка, чтобы наши дети не забывали, помнили, знакомились с творчеством Костаха Ивановича Хитагурова. Кто-то впервые знакомится с творчеством Костаха Ивановича Хитагурова, делает, как говорится, первые шаги, а в целом эта акция направлена на поддержание от самых начальных классов до старших классов, чтобы дети передавали уже своим младшим знания эстонского языка. В неделю бывает 3 урока. 2 урока литературы, 1 языка. Готовимся постоянно, с удовольствием. Люблю эти уроки, потому что на них мы говорим на моем родном языке. У нас есть много праздников, но этот, я считаю, является особенным среди них, так как он сохраняет наш язык, и мы должны помнить о нем.